Бронзовый призер Олимпийских игр. 21-летний казахстанский фигурист Денис Тен подвел итоги зимнего сезона. Он отметил, что нынешний сезон стал самым продуктивным в карьере. Начало было ознаменовано бронзовой наградой на этапе Гран-при во Франции. В феврале на сеульском чемпионате четырех континентов Денис завоевал золото и не только установил личный рекорд, но и сумел набрать лучшую сумму баллов за сезон среди мужчин-фигуристов. В марте на чемпионате мира в Шанхае к своим наградам Денис добавил бронзовую медаль планетарного форума. Фигурист отметил, что намерен выступить на Олимпийских играх в 2018 году. А падение на льду Шанхая он расценивает как положительный момент в карьере.